Всем привет, дорогие друзья! Купил себе штатив под экшн-камеру, но он оказался настолько жесткий и хорошо сделанный, что, может быть, даже пойдет и под мою беззеркалку. Сейчас при вас как раз ему анбоксинг сделаю, открою и посмотрим. Заранее, конечно, извиняюсь за качество съемки, снимаю на вебку. Вебка не фонтан, 720p всего лишь. В идеале бы, конечно, Full HD. Итак, что у нас идет в комплекте? Сейчас все это вынем. Так, чтобы вам повиднее было. Крепежка под винт с крепежом на экшн-камеру. Ну, собственно, стандартная штука. Такая вот струбцинка. Верхняя часть свободно передвигается. Нижняя, соответственно, закручивается. Для крепления на стол, еще куда-то. И вот такая вот гибкая подвижная часть, очень классная. Очень жесткая, очень хорошо сделанная. С двумя винтами. Один винт и второй винт. Здесь еще резиновая площадка сделана, само колесико пластиковое. А с этой стороны вся площадка, все что красное, все резинка. Сейчас попробуем ее как-нибудь закрепить. Тихо-тихо, не кататься. Так, это можно чуть пониже сделать. Тут, видите, еще есть выемка. Сейчас попробую показать. Выемка. Угу. Вот так, видите? Здесь выемка для крепления на различные круглые поверхности, типа трубок, перил, еще чего-нибудь. Так. Закрепили. Хорошо держится. Прям так. Видите, даже стол качается с вебкой. Так, а здесь вот какой стороной куда крепить? Здесь резиночка. Она немножко вертится, но все очень плотно и добротно сделано. Сверху накручиваем. Здесь такая вот тоже интересная штука. Я не знаю, может красным вниз, наоборот, надо было. Вверх у нас... на верхнюю часть камеру сажать. Здесь сегмент отдельно. Да нет, в принципе, он отдельно тоже не движется. Они оба жесткие сегменты. И верхний сегмент жесткий, и нижний сегмент жесткий. Так, ну давайте что-нибудь подвесим. Какую-нибудь камерку у меня тут есть. Сяомовская моя мелочь. Они бы лучше, конечно, сделали вращающуюся голову, чтобы можно было, ну, чтобы вот так вот не накручивать камеру, потому что так-то ее накручу, а теперь ее придется как-то разворачивать. Ну, хотя, в принципе, она крутится, и развернуть ее есть возможность. Ну и вот так как-то получается, она держится. В принципе, можно ее даже попробовать вверх ногами сделать. Крепежка позволяет, да, вот видите, можно вверх ногами перевернуть. Камеру можно поплотнее закрепить, а потом уже низ провернуть настолько, насколько надо. Оно позволяет крутиться как раз вот за эту, сейчас покажу вам, вот за эту головную часть. Здесь есть выступ, за него можно схватиться и ее немножечко повращать. Но крепежка очень-очень плотная. Давайте попробуем большую какую-нибудь зеркалочку, без зеркалочку точнее, прикрутить. Но тут я, наверное, буду сначала сниму ее с основание, потом посмотрим. Хотя не знаю, она вот уже разработалась, в магазине была, ну, очень жесткая. Еще раз повторюсь, что сделано очень хорошо, добротно. В принципе, если поймать тут центр масс, беззеркалка Sony RX10 у меня весит около килограмма. В общем-то, если центр масс поймать, то я думаю, что она вполне устоит. Так вот, чтобы повиднее было. Вот, смотрите. В принципе, даже можно зеркалочку закрепить. Вот сейчас чуть-чуть так сделаем. Ну, она качается, но, в общем-то, не гнется. Можно ее и бачком даже сделать. Нет, вот видите, бачком не хватает усилия. Не хватает здесь силы трения. Все-таки она нагибается сама и падает вниз. А вот если более-менее вертикальное состояние, то
верхушка держится отлично. Не знаю, как будет потом, когда разработает через некоторое время. Но вот вправо-влево позиционировать ее вполне возможно. За ней сейчас подержу, чтобы вверх покрутить. То есть куда-то ее направить и что-то отснять на столе очень даже удобно. Вот смотрите, хорошо достаточно держится, прочно. Сейчас снизу еще подкручу для большей жесткости. Видите, небольшие наклоны она выдерживает. Ну вот уже поехала. То есть градусов 15-20 вполне можно делать. Ну и вниз наклон. Вот видите, дальше она уже падать начинает. Так вот ее у нас сбоку выглядит. Видно, не видно? А, вот. Так лучше видно. То есть в такой позиции она, в общем-то, держится. И ее можно чуть-чуть повыше, чуть пониже. Чуть-чуть вбок вывести и горизонт. Вот такой классный крепежик для съемки. Я его брал для съемки различных настольных вещей. Я не знаю, там чистка ноутбука или съемка с экрана, видео с экрана монитора, чтобы снимать. Надеюсь, мой небольшой анбоксинг и обзорчик вам понравился. Всем спасибо, до новых встреч. Надеюсь увидеть вас снова на моем канале. Всем пока.